Горный Алтай – это уникальное место с высоким энергетическим потенциалом, дивными альпийскими лугами, кристально чистыми реками и ручьями. Гора Белуха – место притяжения туристов, путешественников. Высочайшая вершина Сибири находится в 80 километрах от восточных окраин Юморской долины, куда мы вас и приглашаем. Наш гостевой дом «Портал Белуха» расположен в селе Усть-Кокса, в живописном месте слияния горной реки Катунь и Кокса, а также в поселке Чендеки, откуда видна вершина горы Белуха. Мы готовы принимать группы от 10 до 100 человек на любой срок в любое время года. В туризме мы работаем 15 лет и создаем для отдыхающих самые комфортные условия отдыха. Для вас уютные гостиничные номера в отеле «Портал Белуха». Комнаты с душем, туалетами, зал для проведения лекций, встреч, открытая терраса, беседка, зеркальный зал, скоростной интернет. Можно разместиться в кедровых домиках или палаточном городке в живописном месте у подножья горы Белуха. Наши гости – путешественники со всего мира, туристические и йога-группы. На нашей базе проходят духовные семинары и бизнес-тренинги. Приезжают семьями, проводят свадебное путешествие. Отдыхают с грудными детьми. У нас множество оздоровительных процедур – русская баня с светобочкой, понтовые ванны, массаж, косметические процедуры и дыхательные практики. Порадует вас и наша домашняя кухня – меню на любой вкус, возможно, вегетарианское и сыроедческое питание. Мы проводим экскурсии по местам силы, пешие туры к горным озерам, джипинг-туры, конные прогулки и безопасный сплав по горным рекам – туры к горе Белуха. Как руководитель портала «Белуха» я гарантирую вам незабываемое впечатление от пребывания на Алтае и сделаю все, чтобы вы остались довольны и получили положительный заряд энергии от пребывания у нас в гостях. Чтобы заказать у нас тур, вам нужно позвонить по телефону 8 800 775 1914 или оставить у нас заявку на нашем сайте белуха.нет.